привет, это Дмитрий Вишневский. Мы находимся на московском этапе чемпионата России по дрифту RDS-GP. Наслаждаемся ездой, ребят. Я сегодня первый раз на таком мероприятии, именно интересуюсь давно, лет 7 уже как смотрю на это все, но со звездами познакомился сегодня вот Сергей Сак, надеюсь еще в дальнейшем еще с кем-то познакомлюсь, ну доволен очень сильно. Здрасте, Дима. Что тогда примерьте там, чтобы он весь? Ну сейчас погуляю, да, все парни поедят. Я изначально любил автомобили, а дисциплина дрифт, это управляемый занос, это выглядит красиво. Готов представить вам автомобиль индивидуальной постройки. Ланкер F. Подвеска собственного производства. Кабардина работает великолепно. Дома нашей команды. Весь обвес, все карбоновое. Стекло, крыша. 2GSZ это самый популярный мотор. Шестицилиндровый, рядный. 3,5 литра. Хороший мотор, используется драги, популярная температура. Ну и вот у нас там ланкер стал и работает. Сзади мы видим гоночный топливный бак небольшой на 20-25 литров. Радиатор находится здесь, там у нас интеркулер. Есть ли у тебя машина для дрифта и планируешь ли ее приобрести? Ну, нет. Ну, хотелось бы. Слишком дорого, наверное, это все. Дима, расскажи, как в целом проходит твое лето? Жарко. Тренировки. Отдыха не было еще. Но еще не надо. Передай, пожалуйста, пожелания болельщикам. Наверняка ты по ним соскучился и по игре тоже. Ну, конечно, скучаем по атмосфере, по этой, которая самая лучшая в нашей лиге. Наши спартаковские болельщики – это самые лучшие болельщики во всем мире. Скоро увидимся. Хотел бы сказать слова благодарности нашей медиаслужбе и команде RDS-GP за такую предоставленную возможность. Огромное вам спасибо, это было потрясающе, это супер, это круто.